Всем привет! Сегодня видеообзор будет посвящен анбоксингу двух посылок с сайта Амиами. Ну и давайте посмотрим, что там пришло мне. Так, откроем первую посылку. Как обычно, Амиами кладут открытку. Вот такая открытка мне пришла. Так, и посмотрим дальше, что же там есть. Так, четвертый сет по маленьким подвескам по Sailor Moon. Так, и далее. Так, одежда для озонок. Обувь, вот такие кеды. Две вот такие милые пижамки. И коньки. Так, это в первой коробочке отложим пока. И что же пришло во второй? Так, то же самое. Амиами положили открытку. Причем коробки шли одновременно, но вот открытки они решили положить разные. У меня там, в принципе, сборная солянка с январского предзаказа, февральского. Так, здесь что у меня? Угу. Так, вот очень мне понравился рождественский набор для андроидов мальчиков. И я решила себе на будущее заказать вот такой наборчик рождественский, только для девочек. Он еще, по-моему, в ноябре 2017 года вышел. Так, далее у меня таблетницы по Sailor Moon 8 сет, 8 выпуск. Так, и дальше у меня, очень уж я люблю 5 сезон, вот такая косметичка со старлайтами по Sailor Moon. И вот полностью покажу, что же я получила в новой посылке. Вот такие милые вещи и открыточки с Амиами. Ну, на некоторые вещи я буду делать отдельные видеообзоры. Ну что ж, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!